Родители воспитанников детского сада номер 331 жалуются на огромные кучи снега, сползающие с крыш дошкольного учреждения. В любой момент они могут обрушиться. По словам родителей, малыши, они даже предлагали убрать снег своими силами, но заведующая садика от помощи отказалась, сославшись на то, что делать это должны промышленные альпинисты, на услуги которых денег в учреждении нет. К слову, такая же снежная угроза нависает над дошколятами каждый год. В этом году единственное, что сделали в администрации садика, это закрыли главную калитку и предложили родителям заходить с обратной стороны. Тем не менее, проблема не решена, потому что дети из ясельных групп проходят вокруг всего детского сада и также под этими крышами идут. И детки с старших групп также выходят на улицу, проходят мимо этих крыш. Страшно, если такая гора снега упадет тебе на голову, и, ну, это очень опасно для детей. В письменном ответе Департамента образования Омска, который распределяет бюджетные деньги на содержание детских садов, значится, что лишь с 10 февраля 2017 года руководители образовательных учреждений должны обеспечить постоянную очистку кровель. Однако на финансирование услуг промышленных альпинистов денег в бюджете города не предусмотрено, а значит, детские сады должны искать спонсоров или надеяться на деньги родителей, если в фонде дошкольного учреждения средств нет.